Вы понимаете, как это элементарно? А ваш Никита даже многочлен вычислить не может. Многочлен. Вы нас зачем вообще позвали? Обычно же наши жены на собрания ходят. Ну... Какие экскурсии? Зачем нам что экскурсии? Что им Диана сделала? Она не жирная, она экскурсии? Просто беременная. У нас нет столько денег, откуда у нас столько денег? И это коза училка еще на моего Владика гонит. Да, мы загнулись все. А я вообще-то мать, а сама как бомжиха одевается. Это такой эксперимент из РАНО. А почему? Я тоже хочу спросить, а почему вы в шапке на собрании сидите? Жена ваша сидела в шапке, и вы сидите. А вы что смеетесь? И ваша в шапке сидит, и ваша. Мам, сидящих на родительском собрании без шапок, во всем мире осталось всего 5. Берегите их. Господи. Скажите, а вы кто вообще? Я отец Андрей. Вот что дети безграмотные, что родители. Правильно говорить, отец Андрея. Вот же дебилы пошли. Так, уважаемые отцы, теперь серьезный вопрос. Я хочу поговорить с вами об успеваемости 9 Б. Ни хрена себе! Это что, уже мой в 9-м получается? В общем, папы, вопрос серьезный. Когда вы в последний раз проверяли электронные дневники своих личинусов? Ну, я пробовал. Очень удобная штука. Вот! Смотрите, учитесь, молодец! У человека уже 3 года назад сын школу закончил, он до сих пор на собрание ходит, дневники проверяет. А что это? А, ну я тогда типа пойду? Нет-нет, останьтесь. Нам всем нужно кое-что обсудить. Недавно я заметила, что некоторые из учеников курят за школой. Это возмутительно! Полностью с вами согласна. На улице зима, холод, они выбегают без курток, без шапок. Официальной курилки нет. Школа вообще не заботится о здоровье учеников. В общем, давайте поговорим о дисциплине. Я специально не буду называть фамилию этого ученика при всех, но один мальчик в кабинете биологии на стенде написал слово «х**». Нихуя себе! Так это ж мой пи***. Приду домой, пи***дам. Успокойтесь, ему же физрук пи***дал. Уважаемые родители, класс, у нас скоро выпускной, поэтому возникает вопрос о проведении выпускного вечера. Кто за? Предлагаю собрать детей и родителей в кафе. О, это неплохо, почему бы и нет, да? Почему бы и нет-то? Давайте проголосуем, кто за? Да! Принято, сдаем по 4500 за ребенка и за родителя. А можно только за себя сдать? Можно! Деньги можете перевести мне на карту через банк онлайн. Папа Брайан у нас продвинутый, он вам поможет. Вы же умеете? Да, помогу. Да, к черту эту шайтан-машину! Зачем вообще такие системы делать, когда можно пойти и снять деньги с банкомата? Ну что ж, и закрывая финансовый вопрос, необходимо сдать деньги на шторы. Стоп! Кажется, сегодня я кое-что осознал. Я устала постоянно жить во лжи. Я больше не буду обманывать бедных родителей на деньги. Отныне я честный учитель! Фух, слава богу, что это был сон.